Ну что можно сказать о площадке, которая создана специально для средств массовой информации, для вообще медийная сфера, да, это то, что нас объединяет, то, что помогает нам решать наши проблемы, то, что помогает нам как-то в эти, скажем так, несладкие экономические времена, да, сплотиться, разработать какие-то, возможно, резолюции, какие-то проекты, найти партнеров. То есть спасибо Казахстанскому пресс-клубу за то, что у нас у СМИ есть такая площадка, и которая ежегодно собирает очень много спикеров, которые качественно и эффективно дают нам, СМИ, информповоды.